При въезде в Киев на Броварском проспекте 105 произошло дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями, два из которых общественный транспорт. Все три автомобиля двигались в сторону столицы. По словам водителя легковушки, прямо во время движения у него лопнуло правое переднее колесо, машина резко потеряла скорость и вышла из-под контроля. В это время сзади ехала маршрутка с людьми, ее водитель не успел среагировать и протаранил легковушку. Владелец автомобиля с поврежденным колесом повернул руль направо, чтобы выйти из зоны опасности. Однако там как раз ехал рейсовый автобус, который вез людей из Славутича в Киев. Автомобиль врезался в него и выбил стекло. В сторону Киева образовался достаточно приличный затор. К счастью, инцидент обошелся лишь материальными убытками, повреждением транспортных средств. Все три водителя и два десятка пассажиров отделались лишь легким испугом. И в связи с вышеуказанной аварией в среду был отменен вечерний рейс Киев-Славутич.